Да, я выбираю. Итак, я выбираю. Поищем. Мы должны исследовать лабиринт, однозначно. Иначе на какой хрен мы сюда приперлись? Так что давай, вперед, вперед. Не ной, не ной. Ну и ты ной, задолбала. Ти. Вон, там что-то есть. Так. Что тут у нас? Оу! Бесконечно гравий сыпется. Нифига себе. Очуметь, конечно. Хотя, с другой стороны, хоре на это смотри. Все, погнали дальше. Позырили немножечко и хоре. Так, что тут у нас? Ёшки-матрёшки! Зомби! Блин, блин! Чёрт! Не знаю, в принципе, может и перебьем. Хотя... Блин, блинский. Забраться. Лианы, точно, да. Ползем, ползем наверх, народ. Фух. Так. Еще чуть-чуть. Фух, мы спасены. По крайней мере, отсюда можно увидеть, как устроен лабиринт и пройти его. Почему все разделены? Только вы отделены от меня. Так, а вон это место, которое нам надо. Так. Что ж, это да, можно как нифиг делать, потеряться здесь. Что ж, пойдем. Так, это точно не сюда. Так, кусок земли плавающий. Лыжники с камушками. Ух ты, летучие мыши летают, причем одна за другой. Паучок ползет. Так. Я хоть туда иду? Сейчас на понятия не имею, куда я иду, но... Буду идти до тех пор, пока не упрусь в стенку или еще во что-нибудь. Так. Похоже, он там конец лабиринта. Ой, паучок. Ай, паучок, не надо, не надо, не надо, не надо. Получи. Ах ты мерзкий паучок. Так, на тебя. Ууу, супер. У меня сломался меч. Ну да ладно. Так, куда дальше? Там тупик. Значит, опять сюда вниз немножко спуститься. Так, что тут у нас? Ага. Судя по всему, надо по факелам идти. Да, факелы указывают дорогу, причем очень эффективно. Так. Я уже близенько. О, водопад. О, хрюня! А, чуть-чуть колотить. Ай. Ах ты противная овца. Получи. Получи. Вот так тебе. Офигеть. Так, у меня оружия вообще не осталось. Ё-моё, что делать? У меня осталось только жига, лук, блок булыжника и зелье прыгучести. Все, не густо. Так, кто нападет, я не знаю, чем обороняться. Ужас. Блин. Надо что-нибудь найти, срочняк. По-любому найти что-нибудь. Хм. Так, что это? Да, отстань ты от этой плавающей земли, господи. Вот докопался. Так, о! Какая-то хренотень. Что за хренотень? Надо посмотреть. Чё это тут? Так, о, первым делом надо сундук шуманать. Это да, стопудово.
А вдруг там что есть полезное? Так. Есть. Не знаю, что это, но думаю, это нам понадобится. Так, слизь, один кусочек. Что это за хренотень? Так. Что это такое? Оливия? О, Хрюня! Хрюня, ура! Вы нашлись. Так, а где остальные? Кошмар. Да не-не, Хрюня хорош, он тебя выведет. Так, значит, придется пока не дожидаться наших друзей, надо что-то придумать. Так. Well, at least we're back together. Yes, the dream team reunited. Now the dream team's just gotta find a way across this gaping bottomless pit. Интересно, да, как тут пробраться? Может, мост построить из блоков? What about this thing? Could it get us across? Или вот эта хренотень что-то делает? Непонятная, конечно, штука. Flying barge. It would probably get us to the other side. But it's in really bad shape. And it's really complicated. Да ладно тебе, это сможешь. Чё ты ноешь? Все у тебя будет хорошо. Так. Давай, думай, блин. Ну вот, раскисло. Супер. I mean, Elagard herself said I don't have what it takes to be a great engineer. Ой, господи, ты слышишь эту бабенищу, которая тупит на каждом углу? Ну ты вообще. Elagard didn't know you, not the way I do. But Jesse, she's the greatest redstone engineer. Да чё она такая величайшая, о, господи. She's in the order of the stone. Верят в какую-то легенду, может она вообще дважды два сложить сможет. А ты уже тут веришь, что она величайшая, о да. Сорен и Айвор are always at each other's throats. The greatest warrior in history doesn't remember his own name. None of them give Elagard any respect. And Magnus lost his life trying to fight this. Так. Подобрала сопли, и у тебя все получится. Понятненько? Давай, соберись, не раскисай. Ты же не кисель. Так, давай, да, соберись, вся судьба мира зависит от нас. Если эта иссушающая буря все пожрет вокруг, это будет вообще капец. От нее же никуда не спасешься. Хотя, если только в Нижний мир, но там вообще жесть. Да-да, кстати, мы победили же в строительном конкурсе, ты чё? Right, and the competition was stiff. Just think what we can do when there's nobody even watching. I like that way of looking at it. Ну, наконец-то собралась. Давай, за работу. Давай-давай, у тебя все получится, по-любому. Я верю в тебя. Давай. I'll try it one more time. Чего? Другой настрой. Нормуль, давай. Попробуй разочек хотя бы. Да и что? Jesse, take this piston, craft it into a sticky piston, then place it on the other side of the barge, along with a redstone block. Ну типа да. Капец тебе, чё там надо? Так. Да ладно, так использовать. Сначала нужно сделать блок красного камня. Так, вот так, так, еще чуть-чуть и... Оля! Есть. Теперь нужно сделать липкий блок. Ой, как там он делается? Куда делось? Вот так. И опа, есть. Отлично. Держи, я все сделал, что ты просила. Так,
Так, блок. Поршень. Готово. Ух ты. Он светится? Кремень? Ну, то бишь, жига, да? Thanks for everything you said just before. It really helped. No problemo. Так. Хрюня, ты кого-то учуял? О, господи. О, ребята. Быстро, быстренько, быстро в эту хрень. Быстро. Очуметь. За... нету оружия. Блин, давай. Оп, оп. О, черт. Не тормози, не тормози. Давай, давай. Нет, вы... Ох, успел. Фух, я уж думал, он будет тупить так. Странное какое-то устройство, но шагает. You were terrified of flying on it. What? Stuff and nonsense. Ты боишься летать? Высоты боишься? Да ладно тебе, не ссыкуй. I liked you better when you had amnesia. Так, мы здесь на месте, все отлично. Воу, парниша, держи Скитлс при себе. Не вздумай извергать его на пол. Well, that was exciting. Еще как. Волнующе, это не то слово. Особенно, когда за тобой бежит такая толпа зомби. Хорошая хата. Тикс. Чё тут у нас? Мы внутри. Чё-то как-то у него мания какая-то на библиотеке и обставлять их всякой хренью. We should be careful. Так. This place could be booby-trapped. Let's just start looking for the enchanting book. Да, надо поискать, может, что-нибудь найдем.